Сезоны открылись ровно год назад. За это время магазин обзавелся сотней преданных покупательниц. Модная одежда от российских производителей не оставила равнодушными как юных сочинок с утонченным вкусом, так и модниц элегантного возраста. Это одежда, которая дарит чувство уверенности, считают дамы. Современные коллекции всегда бьют ровно в цель. Ко всему прочему, это комфорт и превосходное качество. А еще женственность и изящество, а местами дерзость и эстетика. Индивидуальный стиль посетителям салонов. В честь первого дня рождения сегодня подбирала стилист-имиджмейкер, известный блогер Москвы Лера Сова. Довольно, очень довольна. И по цене, и по качеству. Настроение прекрасно, отлично. Советую всем посетить этот магазин. Когда бы ни пришла осенью, летом, зимой, всегда стильная, прекрасная одежда. Сегодня в сезонах презентовали очередной новый бренд. Эта коллекция рассчитана на женщин с пышными формами, которые дизайнерские вещи только подчеркнут. Регулярно радуют ценители своего творчества новыми коллекциями и сама Юлия Иванова, дизайнер и основатель мультибрендового салона. Как известно, главное отличие бренда Иванова – это эксклюзивность. Я считаю, что это более чем удачный эксперимент. Во-первых, мы положили целую череду таких вот открытий. То есть сейчас уже в Сочи достаточно много российских брендов представлено. Но при этом мы все равно остаемся, наверное, флагманами в этом плане, хотя бы потому, что мы все время развиваемся. Все, что представлено у нас, это действительно соответствует тем модным тенденциям. Не остро модным, это не вещи одного сезона. Скорее, это хорошая классика, которая позволит вам в течение долгого периода времени выглядеть стильно. В выборках коллекции для мультибрендового салона «Сезоны» всегда можно найти южную ноту, отмечает Юлия Иванова. Имеются в виду и ткани, и их цветовая гамма. К примеру, этой зимой в коллекциях превалирует синий цвет, отражающий сочинский колорит. К тому же популярны в этом сезоне. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «АФКТ».